героем нашей рубрики «Позитив» будут персонажи многих фильмов ужасов «Кукарача». Это вообще с испанского переводится «таракан», а перед вами это мадагаскарский шипящий таракан. Одним из самых больших тараканов в мире, средняя как бы длина, вот как раз видите, они с вами общаются, средняя длина таракана 6-7 сантиметров, но и некоторые особи могут достигать до 10 сантиметров. Вот такие тараканы. Незважаючи на те, що подібні тарганиська для декого – персонаж дитячих страшилок, фантастичних або фільмів жахів, у багатьох країнах ці істоти у списку домашніх улюбленців через свою комунікабельність, екзотичний вигляд та безпеку для оточуючих. Та ще й дуже прості в утриманні. Как их содержать? Вам необходим террариум 25, например, 30 сантиметров и больше, субстрат, это или опилки, или какая-то кора. Также кушают, они всеядные, могут кушать овощи, фрукты, салат и все, что вы им предложите. Меню у них очень вкусное и разнообразное, бананчики, яблочки. У комфортних умовах вусаті співаки починають дуже швидко розмножуватись. Нашу знімальну групу попередили про те, що ці самочки при надії, і хвилюватися їм не можна. Інакше ще новонароджені тарганчики можуть загинути. Беременность у них 2-3 месяца, рождаются от 25-30 тараканчиков. Тараканчики маленькие рождаются белыми, и они называются нимфами. Через некоторое время они становятся именно коричневого цвета, у них потом проходят линьки, и они становятся взрослыми особями. А якщо ви хочете побачити кукарачів у природних умовах, тоді вам слід збиратися у мандрівку. Встретить их, если вы путешествуете на острове Мадагаскар. Это эндемик острова, живут они в подстилке леса. Вот такие интересные особи. Мабуть, одна из главных загадок мадагаскарских тарганів – их голос, а точнее шипение. В чем уж секрет? Почему они шипят, да? Еще называется именно мадагаскарский шипящий таракан. Самцы шипят – это охрана от хищника и привлечение самки. Если между самцами идет борьба, им надо, кто первый откусит, например, вот эти усики антенны, тот, скажем так, победит. Ну, почему я так говорю? Без усиков самец уже не сможет завоевать самку. Именно шипят они воздух, именно сокращение тела, происходит такой именно характерный звук для именно этих. Вот, видите, они с вами общаются как раз. Мы опасность. Они сейчас защищают, именно говорят, не подходи ко мне, я опасен. І справді трохи лячно. Чому ж таких страшних звірів показують у рубриці «Позитив»? Запитаєте ви. Ну вот смотрите, вы на них смотрите и улыбаетесь, это первое, это уже позитив. Второе, это то, что у каждого свои вкусы, и действительно сейчас увеличивается именно количество людей, которые начинают переходить именно вот на таких животных. Позитив, можно за ними смотреть, они очень приятные в общении. Каждый выбирает свое, поэтому позитивненько, скажем так. Тигра пока мы вам предложить не можем потрогать, а тараканов, вот как раз давайте руку. Сегодня, да, ну, позитивненько. Вот, видите, ведущий ощутил полный позитив. Смотрите, этих тараканчиков также из... Мама, ты это видишь? Да, вот передайте привет маме. Мама, передаю привет. В некоторых странах модницы, конечно, это немножко негуманно, любят прикреплять стразы. И на цепочке этот таракан путешествует у вас по спинке и привлекает внимание окружающих. Нет, мы любим животных, поэтому мы не будем цеплять никого просто на иголку. Просто содержите в домашних условиях, размножайте, кормите вкусной едой и получайте просто удовольствие от общения с живой природой.